Эй, друзья, всем привет, с вами Тони. И еще Эволди тут у нас где-то бегает. Что-то делать собирает, скорее всего, яйца. А, да, это у нас продолжение, значит, обновления 54-го. И вначале я хотел вам, кстати, показать одну фишку, которую не показал в предыдущем обновлении. Сейчас вы увидите. Вот такой вот мы загон построили. Оригинальный. Значит, здесь у нас находится кто? Правильно. Наши великолепные димитродончики. Значит, они должны находиться... Ёлки-палки, что это, блядь, такое? Что? Кто это? Откуда димитродон здесь? Вообще жесть, его раскурочило. Они, значит, находятся вот так вот в воде, смотрите. И там буквально каждые несколько минут спаунятся яйца. Если у вас были проблемы с яйцами димитродона, делайте вот так вот. Только тухляком их не кормите. Так, ладно, друзья. В общем, давайте мы сегодня овечку найдем и заодно найдем еще одно животное, Пурлови. Вот, очень интересное животное. На самом деле я его нашел, сейчас мы зачекаем быстренько, тут она или не тут. Сейчас возьму я наркотиков. Овцу я пока еще не встречал, не искал, потому что времени совершенно нет. Ну-ка дай-ка я... Понятно, что у нас усовершенствованных дротиков нет, скорее всего. Есть. В дальнем самом, да? Предпоследний. Нет, есть 49 штук, кстати, да, есть. Красава. Они... А, они в холодосе же долго, да, хранятся? Очень долго. Так. Слушай, ну я думаю, что, в принципе, можно не этот... не тратить их. Хотя дамага меньше находится. Да, в самом... Короче, они находятся в... Кстати, друзья, вот смотрите. Очень интересная тема. Димка тут сделал. Посмотрите. Посадил. Значит, потолок, он чуть-чуть слегка выпирает. И здесь у нас сидят животные. И вот так вот их можно достать. Собрать все с них. Погнали. Погнали, значит, вначале зачекаем Пурлови. Потом наищем овцу. Наищем овцу. Димка, ты? Это ты, да? Нет. Блять, а кто тут на виверне? Штормить, наверное, кто еще? Штормить, думаешь? А, наверное, наверное, наверное. Так, сейчас посмотрим. Попади в кадр. А, у меня отключено, Бэкспейс, бэкспейс. Альянс, альянс, альянс. Так, кто это у нас? Алиенс, Ева. Я не вижу, кто. 264-й. И кто у нас на птере? Да хорош ты, дай. Ладно, погнали. Вчера, кстати, заметил, ворота не закрыли. Погнали за Пурлови. Что-то ребятки, видимо, мимо пролетали. Что, блядь? Слышь, тут база чья-то. Отстройка. Кто-то, Димон, у нас здесь строится. Saint Render Santa. Да, я это видел. Это... Who are them? Чё за прикол? Это, блядь, мой лес. Я хочу здесь добывать. Ладно, ничего страшного. Разберемся попозже. Договоримся. Ух ты, титанчики тут, недалеко от нашей ловушки, Димон. Я понял. Какой левел, хз? Ты знаешь, Пурлови показывает действительно зима, где да? Синий обелиск. Да, да. Плюс, кстати, центр секвойного леса. Нет. Возможно, они там есть. Нет, она, кстати, вывалилась, по ходу дела. Угу, точно. Она из ловушки. Прямо сквозь стенки выбегает из ловушки. Да? Я сам ой, слушай, его кто-то жарит, по-моему. Ой, его забаговали, короче, слышь. И жарят. Титанозавр. Кто там его жарит? Я не могу понять. О, ребята. Нихера себе. Генесис. А, они его поджигают, слышь. Потапыч, короче, 87-й левел. А, Нейкид 75-й. Да. Их...
И еще кто-то, походу, делал. Ну, да, если они на эти хапаются, то тогда, да, конечно. Я понял, почему титанов нет. Ну, да. Именно поэтому. Что-то тут народу развелось, по-моему. Полетели тогда за овцой. Или все-таки Пурлою захватить, да уложить? Я могу ее взять в лапы, допустим. Кого? Ты ее Пурлою в лапы возьму, а ты ее оглушишь. Не, ну как вариант. Как вариант. Полетели тогда в зиму, сейчас поищем пока день, 10 часов и все найдем. Блин, конечно. Димон, надо строить базу, короче. Надо строить базу. Лех, пропал, блин. Построим, построим. Сколько нам еще нужно по ресурсам? 30 турелей уже есть, патроны, патронов мало еще. У нас осталось. У нас упирается колонны. Только в оборону, да? А. Все. Колонны еще. Но колонны это не важно. Угу. Там почти все уже готово. Хорошо. То, вот то, что ты видел. Я понял. Отлично. Кстати, тут 140-й Рекс где-то шлендает. Так, 25, ну, вот справа видел, школьники, по-моему. Так, ладно, я тогда сейчас Пурлою поищу, ты тоже в поисках, да? Да, да, я в зиме сейчас. В общем, я видел ту Пурлою, 135-ю, она была у нас вдоль берега, я летел. Вдоль, да, вдоль берега моря в зиме, прям, и она билась с... Чё? Там бы и находил. Ну вот видишь, да, по ходу дела. Так, кстати, да, недалеко от базы, ну понятно. Друзья, опачки, это он? Нет, мне показалось. Значит, у нас еще есть что-то наподобие кита. Это животные. Барионикс, что ли, да, по ходу дела? Или, не, базилозавр, да. У меня просто надписи есть, как бы, нету. Да, базилозавр. Там еще непонятно, что с ним творится. Димка сказал, 24 часа он тамится. Период 10 часов. Это просто жесть, короче. Каждые 20... С рук кормится, и каждые 22 минуты его нужно кормить. Но это пока по предварительным данным. Вижу 25-ю Пурлою. Отлично, давай тогда ее приручим, что он остается. Сейчас быстренько ее уложим, да пойдем овец искать. А овец-то мы быстро приручим. Кстати, Пурлою, они, скорее всего, зарываются. И поэтому их трудно найти. Сейчас да заодно здесь посмотрим, что происходит. Ты к дому, да? Ну, ты когда подлетишь там поближе, скажешь мне, я подлечу быстренько. Просто я думаю, может тоже взять, если найду сейчас. А она, получается, Пурловия находится от реки до реки, вот в нашем как раз биоме, который рядом с нами. Так, что у нас у Штормита? База. Камень до сих пор, да, у них такая маленькая баска. Подсек ее, Димка? Да, я. Ой, что это у нас такое? Это кетцальчук? 40-й, не, 40-й фуфло. Ну, в принципе, пока никто и не нужен. Че, на базе, наверное, уложим его, да? Сейчас покажем, друзья, как нужно класть на базе животных. И что происходит, если взлететь на базу с животным в лапах. О, Димон, нашел. Сейчас посмотрю левел. Сейчас левел посмотрю. 10-й. А, кстати, волки на нее не агрятся. Волки не агрятся. Ты прилетел? А, отлично, сейчас я засяду. Ты где-нибудь... Я тебя вижу, все, я сейчас приземлюсь. Давай тогда, что за гик? А, ну давай, ты или здесь тебе нормально? А, вот, давай. Ты уже все? О, все, красота. Сейчас я уберу. У меня еще до сих пор ничего не прогрузилось. Че, как думаешь, сколько ей? Разочек.
Я дротика 3 стратил на 20. Ну на 20. А это какая 25? Так я тоже простыми, кстати, херачу. Вроде попадаю, но по тебе не проходит. Он так шатается, капец. О, все. Все, легла. Так, ну здесь, по ходу дела, очень мало нужно будет наркоты. Насколько я понимаю. Вообще копье. Там и... 4 или 5 киблы. Ну да. А, так, а киблы у нас... Помнишь? Киблы. Да нет, я о другом, я просто... Кто? Меня интересует, какие киблы? Да-да-да, я не помню. Масхопс. А, мас... да, Масхопс. А... Так, тиризинозавр это у нас на этого, на кита. Угу. Возьмем сейчас, положим, я думаю... А там, кстати, там скорее всего ноль наркоты надо ему. Да? Да. Давай пятерочку. Так, пахеринозавр. А, пахеринозавр, кстати, кибл у нас на этого. Вот на того, кого я показывал в прошлом обновлении. Это у нас как раз Барионикс. Барионикса, ну, в принципе, тоже можно приручить. Это же легко. Я, слушай, я десятку взял, конечно, на самом деле не знаю. Так ты сказал, 5, да? 25-й. 5. На 20-ю 4 потратил. Ну давай тогда положим у него и все. Пятерочку. Ну давай, ладно, шестерочку положим. До какого? До шестого? До шестого, да. Это за счет чего? Из-за обновления? Обнова, наверное, да. Кстати, я знаешь, что заметил? В Додексе там почему-то коэффициент теперь 1.5 стоит на приручение, на тайминг. Придет, у них просто. X2, когда ты это запускаешь, да, ну, ивент, ну. У них X2. Когда включается ивент, они автоматом стать 1.5, это и есть X3. Это как. Это ты хочешь сказать, Dodo Dex, они. Он. Разраб решил так сделать сам, что ли? Да. Вообще. Теперь X2. То есть не нужно ничего менять, получается, да? Если ты играешь, грубо говоря, на официальном сервере. Ну вообще, по кайфу на самом деле. Так, ребят, возьму-ка я тогда. 5 тортиков. Я думаю, что они сильно долго. 15 минут, ничего страшного. Не испортится. Я там еще наварил. Водички попьем. А, кстати, моя здесь, да? Угу. И пойдем поищем овцу. Нет, наверное, я все-таки на птице полечу. Полечу-ка я на птице. Были вчера слухи, что угу. Где-то около зимы. Да-да-да, ребята сказали, что около зимы. Я подозреваю, знаешь где? Зима только, вот это новая зима. О, мой сладкий наваливатель. Hello, my friend. Супер. Давай. Ладно, я не буду закрывать. Сейчас вернусь. Вчера обнаружил ворота наверху у нас. Открыты были, калитка была открыта рядом с турелью за кетцалями. Так. Берем обязательно с собой мясцо. И помчали. Так, я что-то как-то... Ну, он приручается сам, в принципе. Он не ездовой. Он уже, видите, приручился насколько. Да, слушай, Димк, ему 5 кибов вообще за глаза. Не встанет. Успеет переручиться. Топовый за 45 минут, нет. Слушай, я посмотрел, 135-го вроде вбивал. Он показывал 59 почему-то. Надо овечку. Хочу овечку. Лёхе вручим ножницы, он будет постригать. Только ножницы очень дорогие в так сказать, в воспроизведении, в изготовлении. А ты видел, да, функцию добавили, что можно теперь скрыть? Шапку. Да, я знаю. Можно шапку просто. Друзья, добавили новую функцию. Нужно включить меню свистов. Вот так вот. И у нас здесь есть всем одному мой свист. Показать эмоции. О, кстати, у меня до сих пор снежок остался. Нет, слушай, здесь у меня нет. Скорее всего, нужно сесть, скорее всего, Дим. Я пока не буду садиться, я поищу овцу. Слушай, эти так сильно похожи.
на овец. Так. Олени. Олени вообще, да-да-да. Я тут их принимал все за овец. Ты что, их, походу, дело съедает вообще по полной программе? Овца. Чик-чик-чик-чик. Как я даже не знаю, как его... Овца. Так. Наблюдал картину, где, значит... Пулове завалило, короче, нашего, как он называется, пивасика, скажем так. Вот. И я думал, что пятая против пятой бились. Я такой всем в чат написал, да. А? Да. Халикотерия, да. Я всем в чат написал, что, мол, типа, Пулове такая мощная довольно-таки, завалила халикотерия. Потом присмотрелся, это... Ну, я думал, что они одинакового левела, а оказалось, что они... Чуть-чуть неравные схватки были. Разница была 130 левелов. Поэтому Хеликотерий отлетел. Так, ну что такое? Ёпрст-то. Овечка. Овца. Что, это же, наверное, горный козел? Да. Что-то как-то очень печально. Что-то Тони не приготовился к записи. Не нашел себе овцу и не подкинул туда, куда нужно. Ну, мы обычно всегда так делаем, конечно же. Так. Итак, всю серию мы пролетаем, проищем овцу. Будни-арка. Будни, гребаная будни-арка. Кстати, база еще стоит. Ребят. Этих пиратов. Так. По времени все хорошо. О, 4 часа. Блин, овца. Неужели у нас этот ролик плавно перетекает в томление Пулове? При том же, что у нас уже одна есть. Не-не-не-не, я хочу просто найти овцу, но что-то я овцу-то не вижу. Если сейчас начнется ночь, то, соответственно, ролик будет называться уже по-другому. Но я-то хотел, чтобы овца была. Что-то их мало, что ли, на спавне? Сейчас тогда в нашей зиме посмотрю. А в... На сайте в Вики официальном там не показано. К сожалению, ничего не показано. Регион их спавна. По крайней мере, на данный момент его нет. Я смотрел, искал. Так, дорогая моя. Где же ты? Где же ты, где, красавица? Нет, овцы тут нет. Ну, блин, мне кажется, что ее хищники постоянно голодают. Она должна быть такая, как баран прям. Вот кошки гоняются, если за простой живностью, то, соответственно... Слушайте, грусть, печаль, тоска, разочарование. Обалденно. Друзья, в общем, в ближайшее время, после того, как мы всех уже приручим, нам на яйца, займемся теком. Придется потеть, что нам еще остается делать. Попробуем заиметь эту технологию. На самом деле просто интересно поюзать ее так какое-то время. А так как она очень ресурсоемкая, лучше, наверное, ее не использовать. Но я смотрел видосики, там нормально все здания разносит, когда он разбегается. Блин, Димон, что-то... Дерево, камень вроде он бьет. В хлобуту. И плюс еще вроде как ствол, вот этот вот лазерный, он дамажит хорошенько так по этим, по металлическим построечкам. Я не люблю вот эти вот на локальных серверах обновления, так неинтересно.
Надо в хардкорном стиле, чтобы... Как в Resident Evil. Берешь, заходишь, в щи получаешь, заново начинаешь. Так, слушай, что-то как-то вообще грустно. Я уже всю зиму облетел, у меня уже сейчас глаза свернутся в кучу, но при этом они не болят. Ну это олень, самка большерогого оленя. Обалдеть. Ну давай, ну плиз. Рексов целая куча. Всей живности остальной тоже целая куча. А это гребаные овцы? Нет в помине. Одна что ли спавнится? Подскажите, ребят, кто знает, как они быстро спавнятся? Я думаю, что эта информация будет нам полезна. Так, ты, может, ты здесь заспавнился? Я тут недавно подчищался. Нет, здесь тоже нет ни хрена. Да печально. Чё, ну, Димка, ты тоже ищешь или ты чем-то другим просто занимаешься? Да, да, я ищу. Я не знаю, просто он, может быть, встал. Ну, встал, имеется, приручился уже. Половина наша, 25-я. Давай я сейчас тут на бережку поищу. До сих пор я и все это время летаю, и мне вообще по барабану, у меня стамина до сих пор не закончилась. Я ни разу не садился, прикинь. Вот это я понимаю нормально, птица. Что это за супер мини-база? Сейн трейнер Санта. А вот ребята. Ох ты, как... Много новеньких появилось, которые... Слушай, они тут вообще красаву сделали. Дай покажу. Вообще по кайфу. Ну тут, кстати, этого сапа рейданули. Дом все два открыты. Добро пожаловать. И это мирный дом. Прикинь. А у нас тут в чате кто-то предлагал сделать торговую площадку и место для рыцарских поединков. Говорит, я сам буду строить. Обалдеть, красавчик. Ну пускай строит. Что-то ему никто не ответил. Ну, наверное, просто все хотят участвовать в рыцарских поединках. Слушай! Ну не стали убивать птицу. Но рейданули нормально. Сапа. Херанули все, но животных не стали убивать. Да. Зачем? Парень один, а они... Негодяй. Пускай идут... Опачки. Нет, 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 не показалось, показалось. Аллозавры тут. Гондурасы. Что, сейчас будет смешно, если они где-нибудь возле нас здесь входят. Непринужденные такие, знаешь. Я, кстати, заметил, а... В Дододексе появилось новое мясо какое-то. Ты видел? Только я не понял, из кого оно выбивается. Типа... Там какой-то правильный... Это с овцы. Потому что... Да? В досье на овце какое-то мясо нарисовано. Типа много... А, типа такая... как ножка, да? Знаешь, такая сытная, куриная, типа. Ну, грубо говоря. Ох ты. Что за киталь тоже? Появился же новый бензин, вот как раз у этого Китая, или как его там, базилозавр. Кто появился? Бензин. Бенз? Базилозавр, он, да, бензин. Я понял. И вот слушай, а мы не пробовали варить из бензина этого, ой, из нефти, не, сам, что это такое? Казалось, да? Из нефти нашего, как его называют, Тусатаутиса. У него же тоже какое-то вещество другое совершенно. Блин, да что ж такое-то? Нет, она идет одна, как за три, там что-то в этом роде. Ага. Вот интересно. О, я еще нашел досье. Я их собирать не буду. Да что ж такое-то, а?
Грустно, грустно мне, грустно. Я подозреваю, у меня информация была такая, что здесь вот рядом со Штормитом она была. Овца. Овца! Алло! О, Виверна, штормит. Сидит? Да, что-то здесь рядом. Штормит, ты здесь? Да, я ее видел еще вчера. Он до сих пор сидит. Они, может, ее потеряли? А он не заходил. Сейчас, ладно, закончим с записью и там разберемся. Блин. То какой-нибудь Джахар. Дудаев, да? Не Джахар, как его? Джахар? Не Джахар его. Эльдар Джахаров. Во, он себе ник этого ютубера взял. Блин, да что ж такое-то, а? По-моему, приручение овцы плавно переросло. Да. Перерастилось приручение, да, плови. Да я думаю, что, скорее всего, нет смысла показывать, как ее томить. Ее, видите, трудно найти. Найти найдем, приручить приручим. В общем, я посмотрел, все левела приручаются одним единственным тортиком, скажем так. Пирожком, тортиком. Варится он, я не помню, там 5 вроде, 5 каждого. Или 3 по 3. Вроде еще сок используется, насколько я знаю. Каждого сок, что? Да, сок, сказал. Да. А, сок-стимулятор овощи. По 2 овощей, да, каждый из овощей. И все. Быстренько там все это делается. Вот у меня, я до сих пор еще не потрачено, скажем так. Блин, овца. Что, пойду тогда в гору, что ли? Может быть, в горах они спавнятся, как обычно. Как гиганты, да, знаешь? Бывает. Тут птица, что-то носорог. Что-то битвы какие-то. Так, в основном животные. Ну вот они здесь спавнятся. Опа, ничего себе, анкила тут такие полеты вытворяет. Просто жесть. Интересно, какой левел? Сейчас посмотрим. 45-й, не. Это бы 150-й какой-нибудь. Поднимаемся вверх. Ну что, овца, ты день здесь есть? Нет? Походу дела нет. Друзья, в общем, я думаю, что на этой ноте поиски нашей овцы будут закончены. Быстренько летим сейчас до нашего подобного приручаемого существа и посмотрим, что же там с ним произошло, какие функции он выполняет, что он делает и насколько оно вообще полезно. Короче. Все, ночь настала. Че, предлагаю еще сейчас сходить с ребятами познакомиться. Ой. Так, все, я возвращаюсь. Возвращаюсь in the house. Ой, у меня один, кстати, пирожочек подстух. Пулоя. Что же это за животное? Оно, насколько я знаю, вроде как слегка
Да не слегка, оно вырубает твоего противника. У него, видимо, эффект присутствует, оглушение. Интересно, она там не того, не отлетела. Отключаем, включаем. Темень отключается, все, все отлично. Друзья, и вот таким вот образом, ничего не делая, не утруждая себя, ища параллельно нужные нам животные, мы приручили нашу пулови. Правильно я читаю? Неправильно читаю. Пурлови. От слова перловая каша. Нормально. Ну что у нас по характеристикам, кстати, 37 левел. Два кибла заберем. Ну, слабоватенькая, конечно, она у нас получилась, но все-таки, кстати, это кто у нас? Женский пол? Пойдемте посмотрим. Пурлови за мной. К ноге, красотка. Пойдем. Мы сейчас устроим ловушку одному нашему сотребовцу. Посмотрите, ребят. Опачки! Вот это да! У нас две женщины. У нас в трайбе две женщины. Плюс две женщины, кстати, Димон. ХПшечки я им закачаю. Ну все. Ребят, так, что по функциям? По функциям, в принципе, ничего нет. А, может, она может закопаться и... Кстати, в траве видите ее как... Кстати, Димон, в траве ее прятать очень хорошо. Плохо ее видно в траве. А, кто на минималках, да, согласен с тобой. Я вижу очень хорошо. Она хорошо маскируется именно, да, ты правильно сказал вчера, в камнях. В камнях вообще идеально. Это как раз на видео это и показывалось. Да. Итак, друзья, таким вот образом приручение овцы у нас превратилось в приручение пурлови. Спасибо вам за просмотр. Как говорится, подписывайтесь на канал, кто новенький. Лайки, не забывайте про лайки. Это очень приятно. Мне, Димону приятно. Хоть он... Сейчас он, кстати, между прочим, тоже ищет. Он за лайки, за пальцы вверх ищет. Между прочим, он еще репосты делает. Вы тоже как бы этот... Совесть поимейте, тоже репостики поделайте. Потому что чем больше нас, тем более качественный контент. Ну, это всегда такое. Потому что автору канала становится стыдно за свой контент. Он начинает более, еще больше развиваться. Более новые способы искать для призыва новых подписчиков. И чтобы старым было весело и интересно. Кстати, по поводу приручения мегалозавров. Ребят, кто-то говорил: ой, как вы могли приручить такое количество? Это очень трудно. Изи, пещера рядом, как бы. Тамятся они очень легко. Я помню, кто-то там бомбил в комментариях. Это было очень давно. Я... На кого у нас мегалозавры? Что-то знакомое. Эх, как я давно не играл. Димка, не помнишь? Аки был мегалозавр. А! Мегалозавр. Тоже что-то из головы вылетел. Совершенно не помню. Кого-то из прошлого обновы, точно. На кого? Слушай, точно ведь. Все правильно. Терезинозавр. Вроде как терезинозавр. Потому что, вспомни-ка, всем было трудно, и мы искали, да-да-да, 100% терезинозавр. Ставим лайк за то, что я вспомнил. Подписываемся еще раз на канал. Можете вечно подписываться каждый раз. Подписаться. И увидимся в следующей серии. Овцу приручать не будем. Специально в серии зачем? Приручим, значит, крокодильчика. И будем ждать, когда пофиксят все-таки нашего доброго кита. Кит очень интересен. Очень крутой. И, кстати, да, друзья, у меня уже после вчерашней обновы выросли вот такие вот волосы. Эрекес растет. Скоро, я чувствую, проснусь. У меня будет борода такая вся в полосочку. И эрекес будет какой-нибудь розовый. Кстати, интересный цвет. Все, друзья, всем пока. Увидимся в следующей серии.